Трансформер Карл. Привет, Фрэнсис! Что стряслось? Ой-ой, твой подъемник погнулся! Как же теперь быть со всем этим грузом? Да, а тебе ведь нужно закончить сегодня всю работу. Фрэнсис, тебе нужна помощь. Но не беспокойся, давай позовем трансформера Карла, и он подменит тебя сегодня. Ему это точно по силам, Фрэнсис. Жди здесь, а я позову Карла. Привет, Карл! Просыпайся! Вставай, Соня! Нам требуется помощь. Фрэнсис нужно помочь с погрузкой. Поехали, выручим его. В путь! Какое транспортное средство ты будешь трансформироваться, Карл? Конечно, в погрузчик. Пора трансформироваться, Карл. Прекрасно! Ты выглядишь в точности как Фрэнсис. Поехали! Найдем его! Смотри, Карл, погрузчик Фрэнсис ждет нас. Гляди, кто приехал, Фрэнсис. Отлично, за работу. Карл, давай я покажу тебе, куда нужно поставить эти коробки. Прямо. Затем налево. Смотри, вот здесь они все сложены. Правильно, тут и должны стоять коробки. Хорошая работа, Карл. Осталось еще немного коробок. Неплохо справляешься, Карл. Замечательно! Ты почти закончил. И ставим последнюю на место. Прекрасно потрудился, Карл. Итак, работа выполнена. Огромное тебе спасибо, Карл. Ты спас положение. Пора отправляться домой. До встречи, Карл.
Скоро увидимся снова, друзья! Привет, Игорь! Что случилось? Ты выглядишь нездоровым. С тобой все в порядке? Тебе определенно нужно отдохнуть. Но строительство нового моста должно быть завершено сегодня, и ты нужен там. Ох, не смотри так мрачно, Игорь. Все в порядке. Мы можем попросить трансформера Карла заменить тебя на один день. Ты отдохни, а я пойду и приведу его. Эй, Карл! Игорь сегодня приболел, а строительство нового моста не может начаться без него. Нам нужна твоя помощь. Ты сможешь? Чудесно! Тогда вперед! Итак, в какое транспортное средство ты будешь трансформироваться? Ну, конечно, самосвал! Время трансформироваться, Карл! Отлично! Ты выглядишь совсем как Игорь. А теперь поехали поможем построить мост. Смотри, Карл, Чарли, подъемный кран уже ждет нас. Давай передвинем эти блоки на другую сторону, Карл. Прекрасно сработано, Карл. Да, теперь пора отвезти груз вон туда. Оу, ты точно знаешь, где нужно разгрузиться, Карл? Не волнуйся, я покажу тебе место. Поехали. Да, на первом съезде поверни налево, прямо перед тобой. Вон туда, видишь? Вот здесь и нужно все выгрузить. Осталось еще немного. Давай поедем обратно и перевезем все блоки. Да, вот так. Теперь выгрузим их. Идеально, Карл. Осталось совсем немного. И вот работа сделана.
Молодец, Карл! Большое спасибо за твою помощь. А теперь пора домой. Пока, Карл. Скоро увидимся снова, друзья.